Я буду на службе. Я не смогу выйти. Не пускайте. Дорогой Бытов, рад вас видеть в нашем доме, в старении нашем. И очень благодарен, что вы отправите этот праздник с нами. Спасибо, что вы. Я привожусь, а дальше мы там в туалете. Дорогой Бытов, рады приветствовать вас на нашей Бытовской земле. Мы вас любим, уважаем. Рады, что вы нашли время и возможность разделить с нами торжество вознесения Господня. Понял. Спасибо, Господи. Праздник, праздник. Посмотри, как посетил. Посмотрите, как все рады. И не надо нам награды. Приходите в гости к нам, будем рады, мы для всех. Посмотрите, как живет. Просите, что Господь Бог. Мы все преобразили к вашему приезду, все судили. Вас мы всем приходом встречаем, хлебом, солью угощаем. Нашу радость вы примите, каждого благословите. Церковь наш, любимый дом, убедитесь сами в том. Приглашаем, заходите, церковь наша посетите. Сегодня в торжестве великом нам прибыл родной владыка. И мы знакомство очень рады, что храм наш стал для вас отрадой. Дорогой владыка, наш Феоктист, мы вас не знали, мы уже любили. За труд нелегкий, кто дороже слов, я все приносим твой поклон. С праздником вас, дорогой владыка!
Господи,
Слава Твоей, Отче, и Отче, и Аллилуйя.
Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Вознесися на небеса Божие и по всей земле слава Твоя. Готово сердце Мое, Боже, готово сердце Мое, воспою и пою во славе Моей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Господи, помилуй!
Thank you.
Oh.
Oh.
Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, Бога истина, рожденно не сотворено, единосущно своим же вся выше. Нас храни человек и нашего ради спасения шедшего с небес и воплотившегося Духа Святого и Марии Девы и вочеловечася. Распята Боже за дым и почистим тела. Thank you.
Thank you.
Свои искушения,
Thank you.
будущего меча тело подвижнее, страшно приступит на нее поднившийся лобный гордец. Божественное же тебя прощение, время применить тело ушедшей. Даже не знает наистинное вражка я, прежде причастие, страшная жертва из благорящего тела владычья, с ним помолись образом, сотвердит Бог, Владыку Господи Иисусе Христе Божий наш, источниче жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые, сотвердите до безначального Отца, сотрясносущий Сын и Содержначальный, и многие ради благости в последние дни хоча попися и раскрися и покрепися за ныне благодарные одноправные, и Твоею кровью мы тебе распевшие преклонности стол наше, сам бессмертный зовет имени и мое грешное покаяние, и по нему под Твоим мнением слыши полгода моя, согрешит Бог Господи, согрешит на небо и пред Тобою, и есть достойно возвести на высоту славы Твоя, прогневал за Твою благость, Твоя заповедь и приступил, и послушал Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобен, сын, в этих тебе и много милости. Не преданный себя погибнуть, и все беззаконно во имя. Моего всячески ожидаю обращения. Ты более принеси человека лучше, дорогу Твоим. Я в хотении не хочу смерти грешника, но я же обратился и живу в Изину. Не хочешь, чтобы владыка создания Твоей руку погубите, не жертвы твои же о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и разум истины прийти. Тем же я, всячи недостойнее себе всей земли и сия преданной жизни, всего себе помянул грехой, спасем пророчим и Твой сверник образ, но творение и создание Твоего не отчаивайся и Твоего спасения окаянный. Твое же безмерное благословие, дерзай прихожу, и иди убой мне, человек полючий, Господи, я прошу в мысли от разбойника, я помытаряю Твою водой возимые, тяжкое время грехов, преземные мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и покоевай, не пришедший призвать и праведное, но грешное на покаяние, и очисти тебя от всяких скверны, плоти и духа, и научи нас совершать и святыни воскрасия Твое, яко на чистым сведении в совести моей, а святых Твоих сейчас приемля, соединимся со святому телу Твоему и крови, и имеем Тебе во мне живущее пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд не будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, еже на немощен будут душе же и телу, от еже не достойните причащайся, но дашь ли наш конечному моего избегания, не осужденно воспринимайте часть святых Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, Его благоприятен ответ на страшном судище Твое, я подаю со всеми избранными Твоими общим буду не тлены Твои дела, я живу на троне с любящим Тебя, Господи, в них же прекрасславленности во веки аминь. Господи Боже мой, ты мне понизь достоин, ниже доволен, да подкрою ниже права души моя, да ниже весь вкус припался есть, и ниво, чего не место достойно, я же Богу поклоните. Моя Божество, соты нас ради смирились и себе, смирились и не смирением моему, и я тоже воспринял не с ними трепием ясными словесных воздущи, сице восприими и ясными словесными моей души, и воспринимай мои тела в нити. И я тоже не был достоин на свините, свечерях и согрешники в дому Симона Прокаженного, так и изволим нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные. И я тоже не отдаю неси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и послушающуюся тебе, сицам милосердимся и мне грешим, приходящим, прикасающимся. И я тоже не возмужался, если смертных и явно нечистых, целующихся. Ниже мои не возмужайся, сверхши, полные усты нечистши. Ниже мерзких и нечистых устей, сверхом твоим нечистейшего моего языка. Но да будет не умыть Пресвятого Твоего тела и честной Твоей крови, по освящении, просвящении и здравии, смирении моей души и телу, по облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдении всякого тела, свободе, свободнания, возбранения злоб моего и лукавого обручения, по освящении страстей, соблюдении жертв, заповедей моих приложения, божественной Твоей благодати, Твоего царствия, присвоения, ибо я попрезираю и прихожу к Тебе, Христе Боже, но я подвязаю на ней изучение Твою благость, и да не на мной земляюсь общение Твоего,
гневом, и сердце, и чудеса, и укропы, и все помятные дни, корень и страх Твоего, и снег них, и освящение Твоего, и мир, и мод, и не сотвори, и будем и помощники, и заступник, окормляемый, и живот мой, сподобляемый, и унесли Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и болеями, и чистыми. Yeah.
Thank you.
Апостолы были уверены, что Христос, придя,
сделает Израиль великим государством, свободным от иноземных захватчиков. И вот перед Вознесением они об этом спрашивают этого Христа. Сейчас, в этом году ты сделаешь то, что собираешься сделать, то есть сделаешь Израиль великим. Но Господь во время служения земного отвечал им по существу, здесь он по существу не отвечает. Он уводит их мысли совершенно в другую плоскость. Он говорит о том, чем должны, о чем должны думать и чем должны заниматься христиане. И вот апостол, Господь сказал это апостолам своим, но его слова не относятся ко всем нам, ко всем христианам, ко всем верующим в Христа. Мы не должны думать ни о чем, кроме как о том, чтобы быть свидетелем Христа воскресшего. И это очень сложно, потому что мы знаем с вами, что мир наш, ведь мы тоже порабощены каким-то устремлением, каким-то нашим желанием. У нас есть семьи, есть свои какие-то амбиции, все это, есть мир, в котором мы живем, есть страна наша, есть много чего интересного есть вокруг нас. Естественно, что мы этим всем увлечены. И иной раз мы пытаемся Бога за Бога взять и заставить его делать то, что мы хотим. Но Господь говорит, что должны быть по-другому совершенно устроены наши умы, наши сердца и наши устремления, что мы должны быть свидетелями Христа воскресшего. А как быть свидетелями Христа воскресшего? Это очень интересный вопрос, потому что, я еще раз скажу, можно в церкви, даже будучи, заниматься чем угодно, но не быть свидетелем Христа воскресшего. Можно быть, иметь священный сан, можно быть на какой угодно высокой иерархической ступени, но не быть свидетелем Христа воскресшего. В том случае, если Господь воскресший не явился человеком, если мы его не знаем, если для нас Христос воскресший, это лишь какая-то абстракция, это то, что мы читаем в книжках, то, что мы слышим в храмах, за богослужением, но если мы его не встречали, мы не можем быть свидетелями. Мы не можем свидетельствовать об истине Христового воскресения. И здесь возникает вопрос, а как стать теми людьми, которым явился Господь воскресший? Мы знаем из Священного Писания, что Господь являлся только тем, кто его любит. И никак иначе. Он никогда не являлся тем, кто равнодушен, тем, кто просто теплохладен, тем, кто живет каким-то иным устремлением. И поэтому наша задача начать жить так, как подобает жить любящим Бога и Спасителя людям. То есть исполнять Его повеление по мере сил, участвовать в таинстве, стараться делать то, что Господь нам говорит делать. Когда по милости Божией и содействии Святого Духа, может быть, мы достигнем этого высшего Богоявления, явления Христа воскресшего нам. Я хочу всем пожелать, чтобы с нами в рамках наших жизней произошло, потому что если это произойдет, мы станем способны грешить так, как были способны грешить апостолы, видевшие Христа воскресшего. Мы станем наследниками и Царства Христова, начнем жить с Ним уже здесь и сейчас. Этого всем я желаю от своей души, от своего сердца. Помоги вам всем, Господь. Ваше Преосвященство, дорогой Владыка, от имени нашего прихода, наших прихожан, всех, кто участвует в этом благом деле, в созидании этого прекрасного красивого храма, внесу вам благодарность за вашу любовь, за то, что с вашего благословения все здесь преображается и мудрость поддерживается. Благодарю вас сердечно за то, что вы сегодня возглавили божественную литургию, и переполняется той радостью, которая в этой проповеди, духовным наставлением. И сегодняшний день хотели мы вам принести вот такой вот подарок. Это колокол, который у нас колокола, которые назывались Воронежем. Именно это тоже колокол вылетел, будет там, святитель Николая Чудотворца. Спасибо, Господи, вас за все, что у нас есть. Слова такие, да, слова. Слова такое было. Спасибо. Спасибо. В алтаре. Торпеда. В алтаре. Спасибо. Также, Владыка, хочу поблагодарить всех прихожан наших, тех людей, которые помогают на этот храм.
очень всем благодарен, низким вам всем поклон. Да, я всех благодарю за совместную молитву сегодняшнюю, все вас с праздником поздравляю, отца Александра, ну, дай Бог вам, батюшка, сил, мудрости, вам и всему приходу, чтобы сложности были преодолены силой Христовой. Поздравляю всем Богу. Чтобы все Господь поддержал, наставил, любил и помог жить вместе на благо Христовой Церкви вот в этом месте. Сейчас мы, Богу содействующим, послушаем ясную молитву, если найдем человека, разумеющего грамоту. Благодарим Тебя, Господи Боже мой, я конечно не секрешного, а общего Тебя и Свободы Тебе сидит. Благодарим Тебя, как и недостойно, как и чистить, все причислить Твои небесные, а Свободы Тебе сидит. Но, Владыка, человек, как и недостойно, верующий, и Господи Тебе сидит, а страшное сердце, я считаю, спад. О, Владыка, я не священие души, я сплаживаю, и я вынесли мы мне, мои святые души, Поклание всякое сопротивное, развлечение очень сердце Твоего, и в душе Твоей силы, воверни наследную ровную среду, во исполнение будущих соблюдения заповедей Твоих, приложение божественное Твое благодати и Твоего царства и присвоение. Да, святые Твои дети, сохраняй Твою благодать, поминай всегда. Yeah.
Правильно? Да. Так, мы просим, Боже, матушка,
Уже клиники поставили диагноз, уже нам ничего не оставалось. А потом, теперь сделали вот эту штучку и послали анализ. Анализ тот, который у нее вправили функцию. То есть как бы это не то, что там говорили в клинике от фонаря, что у нее. А потом уже как вырезали и отправили, и нам сказали, что а там. Дай Бог встретиться мы еще с вами.